Всем привет! Вы на YouTube-канале Головко и партнеры. Итак, продолжаем отвечать на наиболее задаваемые нам вопросы. Сегодняшний вопрос будет звучать так. Как признать право собственности в порядке наследования в суде? Ну, очевидно, те, кто писали этот вопрос, да, они столкнулись с проблемами при наследовании имущества. И, очевидно, в рамках этих проблем их права каким-то образом ограничены, и они не могут получить то, на что претендуют. Поэтому и интересуются, как получить право собственности в порядке наследования в суде. То есть привязка к суду означает, что уже в общем порядке, да, в порядке наследования у нотариуса, без всяких судов, они получить свое право наследования не могут. И так я могу предположить, что не могут и договориться со своими гипотетическими оппонентами. И поэтому это нужно делать через суд. Но ответ на этот вопрос будет достаточно прост. Если у вас есть любой имущественный спор, который вас не устраивает, и вы считаете, что ваши права нарушены, либо у кого-то слишком большие права, вас лишили всего наследства или части наследства, или вы хотите, чтобы кто-то не имел права наследовать, все эти споры по праву собственности в порядке наследования могут быть рассмотрены и оспорены в суде. И в суде вы можете отстоять и защитить ваши права. Но вы не найдете нигде никакого такого единого алгоритма, потому что ситуаций может быть десятки. В каждой из них нужно разбираться точечно, по сути, и тогда уже давать свой рецепт, как правильно судиться, на что опираться, что отменять или что доказывать, какой доказательной базой это делать и так далее. То есть нету общего алгоритма, нужно четко понимать, какая проблема конкретно у вас, и тогда уже давать рецепт решения этой проблемы и конкретный план действий непосредственно в суде. Вот приблизительно так я могу ответить, поэтому каждая конкретная ситуация требует конкретного разбирательства. То есть обращайтесь к специалистам, к юристам, к адвокатам за сопровождением. Ну, либо, если у вас есть конкретные вопросы, да, вот опишите конкретно вашу ситуацию, и мы постараемся дать на это ответ в комментариях к этому видео. Просто задайте свой вопрос, опишите эту проблему, с какой вы столкнулись в процессе наследования и в процессе реализации ваших прав, и мы постараемся вам аргументированно ответить, ибо вариантов может быть очень много. Но также напомню, что если вам нужна моя помощь, обращайтесь к нам по телефону к описанию к этому видео. Всем успехов, хорошего дня! Ой, как я мог забыть? Подписывайтесь на канал, нажимайте лайки под видео, задавайте ваши вопросы в комментариях и нажимайте колокольчик, чтобы быть в курсе о последних видео. Всем успехов!